черный день, пусть исчезнет ссор наших тей. Эй, 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 ты выйди скорей. Брось сердиться, видишь сада, даже птицы забыв о делах. Ха-ха-ха, солнце смеется, вновь с тобой я рядом пойду. Пусть всегда, да, он остается. Это день самый лучший в году. Хмель весенний бродит в сердцах. Эй, ты выйди скорей. Май украсил ветви лесной, целый день мы будем с тобой. Эй, это лучший из дней. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. Мы продолжаем передачу «Лаврские встречи» с Валерием Ступаченко, отцом Ильей Васильевым и Александром Андреевым. Такое у нас пасхальное настроение продолжается. Тем более, песня была про воскресенье. Я сам помню, я в детстве играл на танцах, и это была моя коронная песня. И у меня таким тоненьким юношеским голоском, мне было 14 лет, вот в поселке Выползу под Бологое, значит, была танцплощадка, клуб назывался «Чудильник». Вот мы там зажигали. Вот с этого начиналось. Я совершенно не знал, кто бы мне когда сказал, что я буду когда-нибудь священником, я бы никогда ни в жизнь не поверил. Но, с другой стороны, это были прекрасные годы, чистота. Такая вот... Я сам себя помню. Помыслы мои были чистые. Какой-то вот грязи не было. Вот. Как сейчас говорят старые песни о главном, да? Такое есть понятие у нас. Вот. И... Продолжение нашей той передачи мы будем вот тему продолжать и с отцом Ильей про храм Воскресения Христова на Пискаревском кладбище и про Валеру, как он прошел медные трубы и как он до сих пор их проходит. И сегодня мы собрались, и вот, можно сказать, импровизированно, ни разу не репетируя, а только вот, сыграли вместе. В одном духе, можно так сказать, да? Да. Вот, Валер, еще... Вот знаешь, что
И мне один вот монах Псково-Печерский, отец Аркадий, сказал, говорит, отец Анатолий, надо передачи вот больше, чтобы люди рассказывали о том, как они встретились с Богом, о том, какие-то чудеса происходили в их жизни. Вот когда, встреча же с Богом – это чудо. И какие-то вот моменты, о которых можно рассказать, они могут быть и поучительными для кого-то. Вот очень важно, что и в нашей передаче. Люди с удовольствием ее смотрят во всех весях, странах и деревнях, и много очень... Вот, и, может быть, вот, расскажите что-нибудь, вот, что в вашей жизни происходило. Уже начали вот, говорить о том, как вы вошли в храм, о том, как отца Илью вели в алтарь. Дальше вы стали, опять вернулись на эстраду, вот, но уже в другом, да, в духовном состоянии. Вот были ли какие-то такие интересные, чудесные случаи? Как вы стали это все воспринимать? Как, с каким чувством петь? Вот, как это все переосмысливалось? Расскажите что-нибудь вот о себе. Все эти песни, которые старые-то, да? Да. Ну, они такие светлые. Они, вот народ говорил, что пойте вы свои песни, ничего нового не нужно, аранжировки не меняйте, мы... Эти песни так любим, что мы вот повзасели вместе с вами. А в свое время обнимались, на танцы ходили, женились даже. Вот. Под вашу песни. Синюю песню мне подходит, говорит, вот мы вдвоем пошли, пара. Говорит, вот мы уже столько лет живем вместе, а познакомились на танцы под синей иней. Вот теперь вместе живем много-много лет. И вот и отец Николай благословил, что ансамбль светлый, ничего плохого не несет. Песни хорошие, тексты радостные. А отец Василий Ермаков, знаете же, да? Да, да, царство вот небесное. Я хотел о нем рассказать вкратце. Угу. Иду я на епархиальное собрание однажды, прохожу, там свое место еще вдруг сзади. Дай-дай-дай-дай. Я поворачиваюсь, священник, иди сюда, дай-дай-дай-дай. О, поющие гитары. И говорит о том, что он молодым человеком. Ходил, молился за наш ансамбль и сказал, что вы подняли с ног на голову, вверх ногами, страну всю, в общем, перевернули. Угу. Ваш ансамбль сделал очень такой, как радость внес в страну. Да. Я постоянно ходил на ваши концерты, молился и до сих пор молюсь. Вот так мы с ним познакомились. Так и говорил. Да, приходи ко мне, я и к нему прихаживал. Так и всегда, чаще всего на епархиальном собрании встречаюсь, он мне... Где-то тайком все. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вот это ему дай-дай нравится. Песня, да. Велосипедистов да, песня. Да, да, помню такую песню. Дай-дай-дай-дай. Так мы же все воспитывались на этом. Да-да-да. Ну, духовного не было, нам запрещали духовные песни петь. А в них какой-то все-таки сакраментальный духовный смысл был. Что такое, ну, от чистой души, да? Чистота, да, чистота. Чистота. Вот то время, когда до нашего развала в 75-м году, мы 22 года не работали вместе, уже надоел репертуар, молодые, нам уже хотелось все там западное, все то, сделали оперу, он сам развалился, и вот в 97-м году он сам снова создался благодаря Грише Клеймицу. И мы с удовольствием до сих пор работаем и поем эти песни. Видимо, они нас тоже так засели. Больше и больше стало появляться в репертуаре, да, вот таких духовных песен, да? В связи нет, с тем... нет. Вот сейчас у нас так, время такое тяжелое, кризис, работы мало, и говорят о том, что нам нужно петь, что нужно делать. Корпораты, там, какие-то мероприятия городские. Угу. И говорят, пойте свои только песни, шлягеры, больше ничего нам не нужно. Но мы в конце зато поем «Многое лето». За это пришлось 7 лет бороться вообще. Господи, понятно. Потом спели. И теперь концерт у нас заканчивается, народ уходит так. Многое лето, многое лето. Спасибо, Господи. Угу. Мы еще будем сейчас возвращаться. И у нас вот передача так складывается, как она складывается. Такой особо нет драматургии. Вот. Чем мне нравится канал, да? «Союз», да, от него не оторваться. Живой там канал. Живой, сердечный. Вот говорили, как народ говорит, канал светлости и любви. Да, народ так говорят. Говорит, да, самый чистый. Дай им Бог много лет, да. Телеканал «Союз». Вот говорили мы о войне, и
о том, что сейчас вот такие идут дни, мы вспоминаем наших отцов, дедов, которые защитили нашу Родину. Особенно сейчас важно, это да, вот в наши времена, когда буквально вот рядом с нашей границей происходит военное действие, гибнут люди. Ой, сердце просто, не знаю, разрывается о том, что там происходит. Видно, что чем это все управляется, все видят. И люди обезумели там уже от горя. Я вчера разговаривал с человеком, который вернулся оттуда. Он говорит, там просто беда, беда. Мальчишки подходят и просят поесть. Голодные мальчишки к солдатам бегают. И мы делимся пайком сухим. Вот, что с этим делаем? Ну, сегодня мы вот будем тоже об этом вспоминать. У вас есть еще в репертуаре песня «Пошли нам, Господи, терпение». Да, 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 вот и терпение нам всем нужно, людям. Терпение, не только православным, и всем людям на земле. Мы все братья и сестры. Они когда убивают друг друга, это вообще не понимают, что делают. Как Господь на кресте сказал, не ведают, что творят. Прости им, Господи. Вот, и вот этого терпения нам всем хватает. И каких бы религий не было, чтобы у нас не было конфликтов, ничего. Пошли нам, Господи, на самом деле терпение. Терпение в вашем, стяжите душу вашу. А народ вообще говорит, Бог терпел и нам велел. Да. Да? Пожалуйста, спойте песню. Пошли нам, Господи, терпение. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народные гонения и пытки наших палачей. Крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать, и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. Дни мятежного волнения, когда грабят нас враги, терпеть позор и оскорбление. Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый смертный час. Кротко за врагов. Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных мрачных дней, сносить народное гонение и пытки наших палачей.
пошли нам, Господи, терпение. Пошли нам, Господи, терпение. Пошли нам, Господи, терпение. Прости, Господи. Я обычно на передачах делюсь тоже своими песнями, которые рождаются. У меня передачи подвигают на творчество. Послушаешь одного, другого, и самому хочется что-нибудь написать. Вот ходишь, что у меня так песни как-то рождаются, что-то так внутри булькает, ходишь, и невозможно. Что-то ищешь, какие-то слова, сочетания, музыку, какие-то звуки, садишься за гитару, один другой аккорд, какие-то еще старые наработки свои личные, и рождается песня. Вот хочу поделиться вам эту песню, еще никто не слышал, кроме моих родных, которых я испытываю терпением. Их испытываю. Своими песнями. Да. Но это раз, сейчас это показать, это одно. А это же нужно, когда отрабатываешь, какой-то момент не получается. Это одно и то же. У меня одна женщина, значит, православная, у нее сверху девочка училась играть на фортепиано. И она одну и ту же вот мелодию. Она уже знала. Потом она, знаете, что придумала? Она придумала молитву под эту мелодию. Придумала текст и стала молиться. Типа, Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест мой донести. И стала вместе с этой девочкой, и вышла из этого положения. Она стала постоянно молиться. Девочка играет, она молится. Вот так интересно. Вот, то есть вот такой мы православный. Везде надо как-то приспособиться так, что... А эта песня о том, что мы все поем, а недопетость, хочется что-то спеть, и мы никак не можем выразить то, что мы хотим выразить. Или выражаем, нам все равно не удовлетворяет то, что это... Вот такое вот настроение. Все время что-то у нас недопето, не спето, а очень хочется. Мне иногда очень снится, что я красиво пою. А так я в силу своего, так сказать, профессионализма скрываю то, что я петь не умею. Ну, за речитативом, где-то мелодикламацию, за счет гитарной игры это все скрывается. Ну, вот такая песня родилась, называется «Она еще не спета». Спета, и кто ее споет мелодию куплета о том, что тает лед, о том, что в мире бреман за мертвою зимой, весна ломает стены, зовет меня домой. И все же в этот вечер, когда зажгут огни, ты вспомни эту встречу, себя не обмани. И радостно, и грустно, и горе не беда, когда простые чувства, как талая вода. И вряд ли кто споет мелодию из света о том, что все пройдет, о том, что все исчезнет, и ново, и старо, полезные болезни, останется добро. И все же в этот вечер, когда зажгут огни,
возьми меня за плечи и просто обними, и сразу станет тихо, как в поле за рекой, и нам откроют выход в неведомый покой. Она еще не спета, она еще не спета, она еще не спета. Такая песня. Песня настроения. Ну, мы еще споем. Мы еще споем. С флажолетами красиво. С флажолетами красиво. Да, у нас осталось мало времени. Хотелось бы еще поговорить. Мы, по-моему, только вот начинаем расходиться. Вот еще раз, вот, отец Илья, расскажите о своем храме. Что сейчас, в каком состоянии находится храм? Вы молитесь в каком-то арендованном помещении, да? Да, сейчас мы просто приняли решение арендовать помещение, потому что, ну, Пискаревский мемориал находится в зеленой зоне. Там у нас стоит маленькая часовенка, часовенка без электричества пока. Там законодательство, да, определенное? Да, сейчас достаточно все трудно, а потом, вы тоже знаете, в силу вот этого закона нового, 1 марта вступившего, немножко так сложностей добавилось. Но, тем не менее, потихонечку, вот милостью Божией, мы надеемся, что дело будет двигаться, нам помогает, и спасибо большое, Георгий Сергеевич Полтавченко, так сказать, оказывает содействие, и большая благодарность Рожденкову Николаю Александровичу, хочется Александру Николаевичу высказать, это председатель комитета по социальной политике, скажем так, наш ангел-хранитель Юрий Иванович Пивоварчук, это председатель управления комитета по внешним связям. Вот потихонечку, казалось бы, дело, которое вот, когда проходит 20 лет, в принципе, и состав прихода поменялся, у многих как-то и руки уже опустились, когда не совершается, не происходит ничего, вот немножко некое уныние появляется. Но вот новое дыхание, тем более сейчас вот вокруг такой важной даты, 70-летия Победы. А вы знаете, когда вообще мы это послушание вот приняли и начали исполнять, одной из первых идей, кроме, разумеется, самого храмового здания, было строительство, желание построить некий культурный комплекс, в котором можно было бы организовывать встречи с молодежью, с ветеранами, потому что это все уходит в историю до такой степени, что иногда даже страшно становится. Действительно, я сталкивался у лично с тем, что молодые люди совсем, они даже не знают, что такое Великая Отечественная война. Там вот выставку можно сделать и все что угодно, да? Да, да, проводить именно мероприятия, потому что это память. И это люди, которые лежат на Пискаревском кладбище, на подвиги и боли которых мы, собственно говоря, и имеем возможность жить в этом городе. Ну, братья и сестры, давайте вместе молиться, чтобы, да, чтобы это совершилось. Если у кого-то есть, конечно, желание и возможности присоединяться. Вот сейчас уже открылся наш сайт. Информацию про наш храм достаточно легко найти в любой поисковой системе. Если забить храм у Пискаревского кладбища, можно будет и на сайт, и группа ВКонтакте, в социальных сетях есть. Да. Валера, еще на завершение нашей программы песню. Хотелось бы услышать. Песню такую, хотелось бы обратиться. Песня обращения, да, обращение Андрея Петрова, которую мы в 1974 году выпустили, потом развалился коллектив, вот сейчас ее тоже возобновили. Она очень актуальна. Почему? Потому что стрельба, пальба, уничтожение, унижение людей, люди совсем не понимают, куда они двигаются, чего они хотят, убивают друг друга. Вот хотелось бы этой песне обратиться ко всем людям мира, не только в нашей стране, ко всем. Господи. Она по тексту очень актуальна, по-моему, во все времена. Извлекали урок из Пискаревского кладбища в том числе. Спасибо, Господи. Ну, давайте. Обращаюсь ко всем живущим,
разных стран и наречий разных. Ради жизни веков грядущих объявить повсеместно праздник. День без выстрела на земле, день без выстрела на земле. Если праздник удачным будет, можно силы свои утроить, сговориться надежно людям и на радость людей устроить. Год без выстрела на земле, год без выстрела на земле. Год без выстрела дней спокойных, год без пыток ночей осторожных. Вот тогда сговорится людям и на радость людей устроить. Век без выстрела на земле, век без выстрела на земле. И земля зацветет отменно, отменно. Из кровавого выйдет круг, из круга. Мы разучимся постепенно. Спаси Господи, дорогие мои, на этом наша передача заканчивается. Божьей всем помощи, ангел-хранитель на всех ваших жизненных путях. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси Господи!